Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это по-прежнему канал Автосправочная. В этом видео я хочу поделиться последней актуальной информацией по поводу текущих цен на заправках в регионах Поволжья. Информация предоставлена организацией Государственное бюджетное учреждение Управление рационального использования топливно-энергетических ресурсов. Ранее неоднократно уже я показывал статистику от этой организации, которая находится у нас в Республике Татарстан. Традиционно это ведомство еженедельно проводит срез статистики по ценам на заправках путем обзвона. Информация предоставлена по основным регионам Поволжья. Итак, давайте смотреть. Первый слайд посвящен действующим ценам на бензин АИ-92. Если обратить внимание на диаграмму, видно, что в принципе во всех регионах стоимость примерно осталась такой же. Единственное исключение – это Чувашская республика. Там за минувшую неделю 92-й бензин подорожал на 50 копеек. Минимальная стоимость 92-го бензина на сегодняшний день в Поволжье, в Самарской области – 44,60. Максимальная стоимость в Кировской области – 46,80. Далее, следующий слайд – это у нас цены уже на 95-й бензин. Как мы видим, за минувшую неделю средние цены ни в одном из регионов не поменялись. Минимальная цена 95-го бензина на сегодняшний день в Башкортостане – это 48 рублей ровно. Максимальная цена в Кировской области – 49,80. Далее, следующий слайд – это цены уже на дизельное топливо. Здесь тоже ситуация за неделю не изменилась, ценники остались такими же, какими и были. Минимальный ценник на дизтопливо на сегодняшний день в Республике Мордовия – это 48,15. Максимальная цена дизтоплива в Пермском крае – 51,85. Следующий слайд – это ценники уже на газ, на пропан-бутан. Здесь ситуация, на мой взгляд, наиболее интересная. Обратите внимание, почти в половине регионов за минувшую неделю произошло падение цен. Причем наиболее интересным мне показалась ситуация в Оренбургской области. Смотрите. За неделю цена упала на 5 рублей 60 копеек. В Чувашии ценники снизились на 50 копеек. В Удмуртии тоже на 50 копеек. В Башкирии на 90 копеек. В Самарской области на 50 копеек. В Татарстане на 50 копеек. Минимальная цена теперь, соответственно, наблюдается в Оренбургской области 26,90. Максимальный ценник пропан-бутана в Кировской области 34 рубля ровно. И последний в этой презентации слайд – это цены уже на метан, то есть на природный газ. Здесь опять же за неделю ситуация не поменялась, причем обратите внимание, практически во всех регионах стоимость примерно сравнялась. То есть минимальный ценник, если составляет Республики Мариэл 19 рублей, то максимальный в большинстве регионов – это 20 рублей. То есть разница между минимумом и максимумом всего лишь 1 рубль получается на сегодняшний день. Вот так выглядит ситуация с ценами на заправках в регионах Поволжья. А какова ситуация с ценами на топливо в ваших регионах? Повышаются ли они, понижаются, либо остаются на том же самом уровне в течение октября? Вы можете поделиться в комментариях. Я думаю, всем будет интересно посмотреть, какова ситуация в других регионах. Всем удачи на дорогах и всем пока!